Привет, команда, привет, зрители, с вами я, Пират. Сегодня мы поиграем RimWorld Alpha 14, вышла новая версия, которой у нас добавили сценарии, которые вы вот сейчас видите. На самом деле я в нее еще не заходил, поэтому сам не знаю. Поддержку Steam Workshop полную. Вот, есть сценарий Editor, тут мы можем загрузить, сохранить случайное зерно. И, как мы видим, у нас тут получается, с чем мы стартуем, что на карте будет валяться, нифига себе, 4 винтовки. Также у нас есть разные фракции людей. Ага. Окей. В общем, ссылочка на все изменения, которые в этой версии есть, внизу в описании, на группу ВК, где я выставил все изменения этой версии. Спасибо разработчикам за то, что предоставили нам ее. Так, давайте посмотрим. Мы стартуем с 5 матчей людьми. Один рандомный пет, 4 белки. Не очень богатая колония. Тут можно... Вот, есть стандартные, есть потерянный трайп, не знаешь, как это переводится. Но тут 5 человек, 200 серебра, по-моему, как стандартно. Random pet, древесина, это какие-то потерянные люди. Потом богатый исследователь, который один, у него есть сразу же исследована пушка, турель точнее. 2000 серебра, 30 золота, 40 рациона, офигеть, вот это, короче, понятно. И люди, которые потерпели крушение. А, походу, вот это стандартные. Ну что ж, давайте начнем по стандарту, а дальше посмотрим. Если у вас вдруг будут какие-нибудь пожелания, то да, свободная игра. Строитель стиле, но на строительстве уровня угрозы несколько чужбины. Давайте. Вызови экстрим, я пока что не готов. Ага, вот это. Вот так. Этот чувак что делает? И рассказчик создает какие-то, да, давайте вот это. Чем дальше, тем сложнее. Так, случайное зерно. Дальше размеры. Нормально, создаем карту себе. Так, что у нас тут? У нас тут температура, высота, средняя температура 11. Умеренные леса, осадки. Весна, осень. Но я, блин, тут слишком жарко, тут вообще жара, тут у нас холодно, да? Минус 17. В принципе, я могу себе усложнить задачу. Давайте попробуем, почему бы и нет. Летом 16, зимой минус 22. Весна, осень. Регион тундра. В принципе, я давненько не играл. Поэтому... гранит, известняк, минус 9. Тут еще суровее температура. Тут сложно будет без еды. Давайте попробуем. Надо. Ой-ой. А, это походу у всех будет. Это у нас новенькое. Я давно не играл. Шелорам от Кола Тайрана. Ладно, давайте выбирать первого поселенца, который у нас... О, у них появились прическа, что ли? Шрам от пули, ближний бой, медицина, искусство. Особенный. Прох нервного срыва. Тяжелое. Мне не надо, блин. Короче, но у него очень красивое. Блин,
Плохо то, что у него нервность, а нам это не надо зимой, поэтому придется поменять его. Так, стрельба хорошая, общение хорошее, животноводство, строительство, горное дело. О, отличный чувак. Окей, берем вот этого. Дальше смотрим. Медицина, нифига медик. Кстати, медик нам как раз таки понадобится. В зимой, я думаю. Пессимист. Психическая вялость. Отлично, отлично. Минусы насилия. Ой, бля, он насильник. Ой, я извиняюсь, ну ладно. Умственная работа, это, блин, нет, этот нам уже не нужен. Нам надо брать, без обид, ребят, толстых. Им будет тепло зимой. Так. Deep Space Miner, а это у нас Medic Soldier. А, кстати, раньше тут где-то писала... Сейчас посмотрим. О, минимальная комфортная температура минус 14. В принципе, нормально для этого медика. В этого у нас минус 10. Надо брать, чтобы у них приблизно одинаково было. Шрам от укуса. Окей. Ходок. Беспечный. Стрельба. Минус 2. Но, блин, 8 стрельбы, это как-то да. Сын. О, сын, отлично. Шрам от пули, окей. Искусство. Устойчивость к морозу. Минусы. Простая работа и запугивание. Короче, не любит. Он готовить будет, окей. Дальше медик. Блин, не хочется этого медика отдавать. И стрелка. Ладно, начнем с такой вот бандой. Дальше посмотрим, что у нас этого выйдет. Так, идет в смысле создания карт. Мы уже создавали карт. А, мы мир создавали. Сейчас создание карты, и думаю, нас поселят куда-нибудь. Так. Кстати, добавили очень много животных разных. Классных. Надо будет их посмотреть. Так. Вы трое проснулись в своих саркофагах. Крипто, снап, звуки сирен и скрежета металла. В общем, стандартное начало, ребят. Так. Надо разбираться. О, у нас тут, кстати, не зима. Оу. Так. О, с нами, нифига себе. Как вашим поселенцам следует... Убегать, атаковать или игнорировать. Это что-то новое. Постройте помещение. Нужны кровать. Охотник безоружен. Так, давайте охотнику там. Это что? Какие убегать, игнорировать? Атаковать. О, это походу новенькое. Так, взять винтовочку. Это же у нас... Да, стрелок. Все, отлично. Это наша собачка. Стар. Звездочка ее зовут. Так, собачка. Варх. Отлично. Так. Это все. Так, кто там у нас стрелять не умеет? Человек. Это ты не умеешь стрелять и драться. Понятно, тебе вообще оружие не надо. Поэтому тебе возьмем пистолет. Стрельба не очень. Выпить. Любит выпить. И запугивать потом всех. Так, сражаться. Убегать. Отлично. Так, теперь вот эти штуки. Мне надо разрешить им брать. Нож. Нож куда? Никуда. Все, так. Можете ходить. Так, я забыл, как копать. А, тут создать это роб... А, это что они делают? Это приказы. Ага, все, ребят. Я немножко раздупляюсь. Сори, да.
Я давно не играл, давайте посмотрим на карту. Я мышкой пытаюсь управлять картой. Это моя проблема. Ладно. Так, ну что, надо выбрать место. У нас тут, в принципе, одна равнина и ничего нету. Просто обычная местность. Так, кстати, ну неплохо мы тут поселимся где-то тут. О, смотрите, сколько тут еще всяких ресурсов. Тут деревьев нету, что-то. Где все деревья? Алло. Так. Оп. Соберем вот эти деревья. Давайте посмотрим области. Области. Так, надо сделать свалку. Товает. Свалка. У меня будет где-то вот тут. Склад. Какой свалка? Посадки. Свалка. Где же она? Я слепой? А, о. Отлично. Тут свалка, сюда таскаем весь хлам. Тут будет наш дом. Фу, что? А, это у него от того, что мы сталь из стали, что ли? Нет, все-таки с древесины построим дом пока что. Так, давайте комнатку. Так, нас трое, да? Это мне понадобится. Одна комната, вторая комната. Итак, а это как убрать? Отменить. Вот так будут у нас комнаты идти. Сейчас дострою. Так вот. Так. Что там пишет? Ага, я понял. Так, теперь двери. Окей, ставим двери. Все. А, еще пол надо. А где у нас там пол? Рабочее место. А как повара? Ага. Так, поставим тут простое рабочее место. Да. Простой исследовать стол, портного, швейная, разделочная, мастерская, скульптор. Окей. Пока что нам этого достаточно. Только я не могу найти покрытие. О, отлично. Паркет. Древесина, бетон, сталь, золото, серебро, сталь, металлическое. Давайте паркет поставим. Вот так. Все у нас строится, скоро у нас будут готовые неплохие домики. Давайте сразу кровати нормальные. Зачем будем спальные мешки им ставить? Торч. Офигеть. А это куда-то поместится? Кстати, в этой версии можно заблокировать людей, то есть если вокруг станут люди, то кто-то не сможет выйти, кто по центру будет. Нужны кровати. Уже делаем. Кстати, мне надо думать о том, как зимой мы будем. Что-то маленькие комнаты, у них даже лампочку некуда влепить. Интересно, не смогут проходить, если я вот это тут. Давайте одну тестовую поставим и заценим. Кабель, выключатель. Ого. Топливный генератор. Вау. Аккумулятор. Солнечная батарея. Компонент. Что такое компонент? Я не знаю, что это. Та-та-та-так. Ладно. Вот тут поставим вот эту штуку. Постройка. Тут нам надо немножко достроить. Вот так. Тут дверь поставить. И туда мы влепим, короче, эти штуки. Так. Только что их видел. Думаю, аккумулятор. Во. Это для нас довольно-таки важно. Так, компонент. Ребят, напишите мне рабочее место, задание, добавить задание, создать тунику, заточку, дубину, короткий лук.
А, это нам не надо сейчас, в принципе. Что за компонент? А, вот тут есть компоненты. У нас есть 23 штучки. То есть без них уже создавать ничего. Так, надо понять, где их создавать. Обогреватель. Вот что мне надо. Надеюсь, это у меня получится туда поставить. Так, у нас сколько градусов? 9. Костер, что ли, будем ставить сейчас, если вдруг что-то не получится. Так. Вот это подключим. Отлично, давай, подключайся быстрее. Корабль, это вообще не то. Развлечения. Пока что нам не до развлечений, нам надо выжить. Шкаф для инструментов. Место проведения свадеб? Вечеринок? Ха! Отлично, но пока что нет. Саркофаг. Ага. Все, я понял. А у нас тут, кстати, ветер, по-моему, неплохой. Поэтому мы можем поставить ветровые турбины. Та-та-та-та-та-та, это я понял. Так, строительство идет, отлично. Кровати кто-то строить будет? Вот этот вообще ничем не занят. Так, что за разрешение? Сон, отдых. Доступная область управления областями. Понятно, назначение. Так, а кто это у нас? Этот у нас Такео. Такео, Такео. Он у нас солдер. Окей. Этот у нас воркер. И это тоже воркер. А, не. Чё хочешь, что-нибудь таскай, короче. Так, фракции, что за... А, это отношения, потом мир. Карта. Окей. История. Статистика. Что у нас тут? Время игры. 9 минут играем. Надо же посмотреть. Исследование. Пока вы не построили исследовательский стол, ваши поселенцы не смогут приступить к исследованию. Да вы чё? Пемикан. Ага. А, окей. Все, я понял. Так, надо ускорить время, а то что-то мы тупим, долго все происходит. А у нас дерева нету, как я понял. Дерево закончилось. Вот это поворот. Приказы. Давайте рубить больше дерева. Хотя, кстати... О, дерева что-то нету совсем на этой карте. Может, все-таки не тратить его, поставить себе из дерева дом. Как этот? Уйди, собачка. Это пока что отменим. И там построим из стали, походу. Потому что да. Так, склад. Надо... Склад. Область. Склад. Давайте склад сделаем. Вот тут. Пока что вот так. Все сюда будем сносить. Это будет центр поселения. И тут вокруг будем строиться. Это надо отсюда убрать. О, вот и вещи начали появляться у нас на складе. О, уже одна комната почти готова. Две кровати готовы, отлично. Давайте работаем. Одна комната готова. Не знаю, чья она будет пока что.
ручья. Ой, какие заключенные. Так, так, так. Кто у нас там? Вот этому назначим. Он с пистолетиком. Пока что. Это будет его комната. Это будет... Почему он без одежды? Ему что так? Тепло, блин? Ничего не понял. Ай, блин, я не тому назначил. Ладно, ошибся. Он отжал у него. Блин, чё он без одежды ходит? Алё. Оденься, чувак. Здоровье. Движение у него ослаблено. Окей. Где-то тут инвентарь их есть. Здоровье, нет, нужды. О, тут комфорт у него, мало комфорта. Холодно ему. Да ты чё, серьезно? Холодно ему. А нет, у него есть штаны. Что-то я их не вижу там. Не похожи на штаны, конечно. Так. Первая ночь. Кто-то спит у нас на земле. Тебе и тут, я так понимаю, хорошо. Отдыхает. Окей. Нравится отдыхать. Так, все спят, ребят. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Давайте на этом и завершим. Продолжим уже в следующей серии. С вами был я, Пират. Если понравилось, не забываем ставить лайки, подписываться. Всем пока!